Первую партию гуманитарного груза, собранного в Люберецком отделении «Единой России», отправили в Курскую область. За неделю в городском округе удалось собрать более тонны продуктов, средств личной гигиены, питьевой воды и медикаментов. Акцию активно поддержали жители, общественники, региональные и муниципальные депутаты, представители администрации. Волонтеры, в свою очередь, оказали помощь в сортировке, упаковке и погрузке коробок. Многие ребята выполняют такую работу уже не в первый раз. Собирал в мае для того, чтобы отправить на Донбасс. Такая же примерно ситуация была. Попали люди в беду, и я, как гражданин России, видел своим долгом помочь им. Ну, это важно, потому что, когда люди попали в беду, мы все должны помогать, ведь мы можем оказаться в подобной ситуации и тоже будем нуждаться в помощи. Надо оставаться человеком всегда. Гуманитарный груз сначала отвезут в распределительный центр, расположенный в Реутове. Затем его отправят в Курскую область. Отмечу, что акция на этом не завершилась. Сбор помощи для жителей приграничных районов, пострадавших от обстрелов ВСУ, продолжается по адресу улица Кирова, дом 22.